Девочки мои дорогие, я вас всех приветствую на моем канале. И сегодня я вам хочу представить уникальную, прекрасную маску для лица, для отбеливания лица, для омолаживания лица. Ведь заветная мечта каждой женщины – это как можно дольше выглядеть молодой и красивой, победить возраст, отдалить неизбежное старение. Так вот, достижению победы над этими проблемами способствуют косметические маски, которые я вам сейчас покажу. Одна из масок сегодня с добавлением меда, яйца, масла зародышей пшеницы и куриный белок. Маска легкая в приготовлении и готовится очень-очень быстро. Девочки, об удивительных свойствах меда вы, конечно же, знаете. Этот продукт содержит около 200 полезных веществ. Из них 20 аминокислоты, которые очень крайне важны для жизнеобеспечения. Действенность медового компонента усиливается еще при добавлении такого простого продукта, как куриного яйца. Итак, девочки, начинаем готовить маску. Берем куриное яйцо, именно белок куриного яйца, и добавляем сюда 1 чайную ложечку обязательно натурального меда. Добавила. Теперь я сюда добавляю 1 чайную ложку масла зародышей пшеницы. Это мое любимое масло для масок. Но, девочки, если у вас такого масла нет, то можно взять миндальное масло, можно взять персиковое масло, облепиховое масло. Ну, это уже на ваше усмотрение, какое вам нравится масло. Итак, я сегодня беру 1 чайную ложку масла зародышей пшеницы. Это аптечное средство, недорогое, как видите, 51 рубль стоит. Пожалуйста, в любой аптеке вы найдете это масло. Добавляем 1 чайную ложечку. И теперь я взяла лимон. Это очень мощное отбеливающее средство для нашей кожи лица. Добавляем тоже 1 чайную ложечку. Именно свежевыжатого лимонного сока. Отлично. Готово. Все компоненты. Теперь мы берем добавленные компоненты, объединяем кисточкой. Вот таким образом. Перед нанесением нашей маски очищаем, девочки, кожу лица скрабом, тоником. И на очищенную кожу лица по массажным линиям добавляем эту маску. Эта маска многослойная. Добавили один слой, нанесли один слой. У вас маска должна высохнуть, вы добавите еще один слой. Опять высохла маска, добавляете второй слой. И так несколько слоев. Слоев 5-6. Потом полежали, отдохнули с этой маской. Минут 20, наверное, отдыхаем. Затем смываем прохладной водой. И желательно нанести сыворотку для лица. Либо какой-нибудь ваш любимый крем. Но важное условие, девочки, никогда после нанесения этой маски не выходите на улицу, потому что здесь содержится сок лимона, чтобы не было у вас очень серьезного воздействия солнечных лучей, чтобы у вас не пошла обратная реакция и пигментация не началась с усиленным темпом. Попробуйте эту маску делать именно в вечернее время. Попробуйте провести эту маску, поделать курсом, и вы увидите, какой ошеломляющий эффект вас ожидает. Все, девочки, я вам рассказала. Обязательно сделайте эту уникальную, прекрасную, омолаживающую и отбеливающую маску и напишите мне свой результат и ваше мнение об этой маске. Будьте красивы и до новых встреч, мои дорогие. Всего вам самого-самого доброго.